Ходить по Анапе, приехали к парку. Вот здесь вот такой парк, пожалуйста, розы, там сосны, детская площадка, фонтан. Пойдем к набережной. Вышли из того парка, прошли там обратно по улице какое-то расстояние. Теперь идем по улице, сказали, здесь можно на набережную выйти. Вот так выглядит Анапа по-анапски. Там, наверное, начинается набережная. А вот здесь обрыв. Что-то далеко мы уехали. Отъехал на центральную улицу, я так понимаю. Называется она Крепостная. И вот, собственно, сквер Гудовича. Здесь музей, что ли. Иду на набережную. Там должен быть маяк анапский. Ну вот опять это набережная. И вот этот, видимо, маяк. Здесь обрыв. Куда тут купаться ходит? Ну вот это уже за маяком набережная. Здесь также продолжается обрыв. Там какие-то сапсерферы, лодки, парусники, катера. Здесь сверху набережная, снизу купаются там. Что-то жуткое. Бетон. Солнце садится уже. Тут по набережной подходим к ЖК Золотая бухта. Вон там те дома стеклянные. Дошел я до этого ЖК. Тут набережная сворачивает резко вправо. Ну и продолжается дальше.